Drop, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Привет, дорогие друзья, исследователи и покорители пиксельного космоса. С вами, как всегда, Дэйв Стаффорд. И кто? И кто же это? Это Коди Грилс. Да, совершенно верно. В страшном глазастом шлеме, со страшным глазастым щитом. Да, вот так надо было начинать отсюда примерно. Вот видите, был паровоз, как паровоз. А теперь раз, и добавился еще один вагон. Да, у меня тоже отсек один добавился. Да, мы расширили корабль, он немножко другого цвета, но это так задумано. На разные вагончики. Да, я вам тут сейчас все это покажу, как раз когда Коди Грилс к нам телепортируется на корабль. Но перед этим мы немножко покрафтим. У меня на корабле особо изменений. Все мои изменения, я 4 больших ящика поставил. Ну да. На 48 слотов и все. Хорошо, так, самое важное, что нам нужно скрафтить, это из 10 титановых слитков и 10 урановых стержней. Да, это магнетическая какая-то крукибла. Магнетическую крукиблу нужно скрафтить. Да, давайте ее сделаем все-таки. Легендарий называется. Да, ставим это. О, красиво. Это видишь? Она вместо чего теперь? Это она вместо такой с двумя трубами штучки. Вместо печки, да? Алой фурнес, да. Сейчас я гляну. Да, все то же, что и в ней, только еще так, и давайте больше. Давайте попробуем. Так не ставится. Давайте лампочку уберем. Итак, дюрасталь. А, дюрасталь, слава богу, из того же самого. Из титана и из урана крафтится. Я скрафчу сколько смогу. По максимуму, я не знаю, у тебя ресурсов, наверное, поболее уже будет, чем у меня. Так, вот у нас Refined Aegisalt какой-то есть. Ну, Aegisalt, нам до Aegisalt-а еще, да. Да, то есть кубик какой-то. То есть можно типа Aegisalt тут из Aegisalt-овой руды делать. Что еще такое? Вот есть Ferrosium. Ferrosium и Cerulium. Cerulium. Cerulium, Imperium. Есть, то есть тут вообще куча рубиум, солярюмная звезда, да. Вот дюрасталь. С чего же она делается? Она делается из титана и урана. В принципе, мы можем заколбасить жменю. Да. Есть следующее. Есть еще виолиум. И вот что нам нужно, это типа для всякого снаряжения нашего нового, это репликатор. Ну, 20 слитков. Mm-hmm. Сколько у тебя дюрастали получилось? У меня мало. Сейчас сделаю. Так, дюрастали я могу сделать 153. Ну ты надо сколько? Поделишься. Да я не знаю, делай все, что можешь. Ну, я сделаю 100. А там посмотрим. Так, печку я разбираю, она не нужна. Так, и по идее Metal Workstation тоже можно разбирать. Так, потому что сейчас мы заменим вот этим репликатором. Угу. Так-с. Сделаем сюда. Так. Репликатор. Да, так, вот и... у нас наша бронька новая, дюрасталевая. Ну, мне вроде на броню хватит. Я понял. Сейчас у меня какие-то тут мины. Сейчас две секи тут надо их сложить. Прожигающие какие-то мины. Так, что ты говоришь, нужно сделать? Репликатор. Тоже это где? Роботик крафтинг тейбл. А, роботик крафтинг тейбл. Не туда зашел приготовить себе коктейль. Промахнулся. Да, ну, я тебе скажу, у меня кинжальчик, который сейчас мы нашли, даже сильнее дюрастали. А он вместо чего? Вместо... Наковальни? Да, вместо Metal Workstation. Еще есть грэплинг хук. Специально для тебя. И Storage Locker есть еще теперь.
Ну да, вот с Дюрастали. Вот этот крутой сторидж локер. Да, ну, в общем, много оружие нужно. Я даже крафтить не буду, потому что оно у меня. В общем, я пока сделаю репликатор и грэплинг хук. Да, наверное, сделаю грэплинг хук себе. Прикольная броня. Так, грэплинг хук сделаю вместо вот этой ледяной цеплялки, которая у меня была. Так, и... Так, он широкий, да? А, он широкий. Зараза. Так, а как тебя... А, подожди, мне тоже нужно этот грэплинг сделать. Сейчас. Хук. Так, роботик еще нужен. Так, ты сюда. Ты. Ну, как-то... Ладно. Так, а хук этот делается в репликаторе, да? Нет, не, в роботике. Так. Всякие лампочки. Дюрасталевые там компоненты нам пооткрывались. Угу. Ну вот у меня, собственно говоря, после... Помню, кошмар. Космические корабли какие-то без выхлопных, без глушителей летают. Угу. Вот у меня осталось 8 дюрасталевых. Всего лишь слитков. Я понял, сейчас сделаем. Так что, если что... Вот так. 8, да? Ну, не, конечно, сделаем все. Так, Metal Workstation убираем. Так, этот крючочек сюда. Так, поставим. Так, в этой штуке что можно делать? Ох, ничего себе. Можно делать дрели разные. Можно делать... дюрасталевую броню, да? Думаешь, ее надо сделать? Ну, я уже сделал, да. А, уже сделал. Я думаю, не помешает мне сделать. Дрели и все, да? Да. Так, ну... что для этого? 4, 6, 10. Еще 20. Хорошо, давайте сравним, допустим. Я уже катаюсь на крюке. Так, броня... Не, ну получше дюрасталевая, конечно. А, вот, шапку, давай шапки сравним. 13-18, да, совершенно верно, нужно делать. Вот, ну, давайте заодно и сделаем. Крафт, и штанишки крафт. Оружие, ну, у меня смысла. Сильнее то, что да, сейчас. Да, у меня чуть посильнее. Так что я даже не крафтил. Так, ну, мы можем еще, ну, как, точнее, если были бы у меня... ингредиенты, я мог бы скрафтить станцию для проводов, для соединений, wiring station. Ну, она нам пока сильно... Я вот думаю, теперь бронежилет, вот смотри, у меня получается 30 брони, ну, вот этой брони, ну, крутой, которую сейчас мы скрафтили, да? Сейчас я вот уберу все лишнее. 30 брони, 80 энергии, 20 жизни. А у броника 45 брони и 100 жизней. Ну, я... Смешная маска. Да. Так, ну мы все это исправим. У тебя шляпа какая-то. А чё в шляпе обходил такой крутой? Вообще, она какая-то... Ты как шериф с этими, с мустачо. Да, я все это пока поудаляю усы, старое. Усы, если любишь усы. Да, все какой-то крутой тоже шлем. Ну, стоишь как ниндзя, замотанный. Да, в общем, ладно, оставлю пока так. Броник у меня будет для виду, а броню свою оставлю, то есть, чтобы энергии было больше. Смотри, как можно, я тебе прикольно сделаю сейчас. А, не, я у тебя не могу делать. Вот и хорошо. Это радует. А, или нет, могу, но я не то дело. Смотри сейчас. А, я как у тебя, честно, делаю. Я вот заодно зрители посмотрят, как на элементарном уровне управляться с этим, с проводкой. И вот смотри, видишь, сел за компьютер. Опа, выключил все. И свет выключился, и там компьютеры, оп, включил. Эба, хорошо, бери, подойди чуть поближе. Так. Не, нет, туда не надо идти. Думаешь? О, нет, туда, там тебе ничего не надо. А что, ядра одно в одно нельзя складывать? Не, нельзя.
Так давай я помогу тебе Не-не-не-не, все нормально, под контролем. Вот видишь ящик флоранский, твой родненький, стоит тумбочка. Маленький. Вози глобуса. Да, так. О, прикольный трежер чест. Красивый сундучок, мне нравится. Так, бери, что там еще. Тумбочка, ох ты, саксофон. О, а вот это вообще классно, бонги. Да, на... то есть весь комплект. На бонгах я сыграю. Ну, щит я, наверное, себе глаза ставлю, насколько у меня. На 130 тоже защиты. Ну, просто возьми, чтобы у тебя было 2 там, на всякий случай. Ну, хорошо, хорошо. Вот, и теперь... Красивый у тебя корабль тут, да. Да, вот я вам расскажу сейчас. Вот тут часики, тут все вот эти нужные аппараты. Ага, кровать. Пульт управления с двумя стульями. Тут у нас, видите, тут столы всякие, компьютеры. Тут вот для пищи, ну, всякие растения и семена с плодами. Здесь сундук вот этот, который для передачи друг другу всякой нужности. Вот тут прикольный такой холл, вестибюль, так сказать. Ну, мне сейчас придется вниз на секунду спуститься, чтобы к себе на корабль вернуться. Так что ну, я понял, да-да-да. Быстрым так. Кабанчиком метнусь. И тут вот, посмотрите, у меня сколько всего крутого растет. Ох ты, кафе. Надо будет нам... Нас уже ждет на этой планете сразу интересное. Я понял. Что-то подготовить нужно? Копать или бить? Оружие и храбрость подготовить. Я понял. Тогда улучшу свой рюкзачок, раз ты мне уже скинул. Да-да-да, освещение подготовь. Технологию. Так, подожди. И давай я, наверное, плавно выключаю, мы переключаемся плавненько. И сейчас в интересном формате вы посмотрите, как мы исследуем эту планету. Да, сейчас, подожди. А где, в роботическом столе это же крафтится улучшение? Да, по-моему, да. То я его что-то не вижу. Ну, оно там, ксион, неон, там, как-то там. Галогеновый. Ну, да, да, тогда на этом мы пока останавливаемся. Да, 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 сейчас увидите. Очень интересно? Интересная да. Штучка. Я думаю, вам понравится. Так, и вот, сейчас в интересном формате, сейчас вы меня не видите, но сейчас все увидите. Так, давай. Меня уже видно, продолжаем, да. Давай, оп, я буду слева. Ух ты, ничего он себе. Он тыкает нормально. Он ледяные атаки какие-то делает. А я не допрыгиваю. Извините, пожалуйста. Ну я его зачикаю, ладно. Все, какой-то там. Так, что там, да? Орудие собрал. Кинжал, ну такой. Может на копеечку сильнее, чем у меня. Я понял, ладно. Так, и может вы еще не догадались, в общем, Monster Toll, так как планета не маленькая, пойдет вправо, а я пойду влево. И. Вы, по идее, уже видите это все. Да, на наших экранах мы в таком формате. Да, сразу в двойном. Я чуть-чуть тропических пальм резану. Да, тут кислота везде. Ну все. Да, да. Так это еще ничего, есть планеты с прям с кислотным дождем. Да тут хотя бы дождь нормальный. У нас-то, конечно, есть защита от. Ой, что это? Кто-то глазами кидается, какой-то парень тут аккуратно. О, слушай, какой-то биосэмпл собрал. О, цветочки есть. Да, их можно рубать, и из них собираются вот эти всякие биош. Так, ну давай, мне они нравятся. Короче, парень этот ушел. Так, сейчас. Нарублю. Да, внизу везде яд, я вниз спускаться не хочу. А биоматериал, я думал, это лепестки желтые, а это биом. Не, такая типа зеленая штучка. Giant Flower Petal 25. Что-то у меня такое. А, ну это листья, да, здоровые, гигантские листья. Ну, они там тоже для всяких крафтов, да? Декорационных штучек, да, могут. Ну, отлично. И саплинги, соплинги, всякие там. Сопли зеленые собираешь. Да, да, да. Я птичку случайно подрезал. Бандит вообще. Так, ну. Что-то да, вот так вот мы по разным сторонам разбежались и исследуем, чего тут на этой планете есть. Опасно. Да, непонятно, то ли вода. Ух ты. Что там?
У меня тут лаборатория секретная. Ну, я не знаю, я ее, наверное, проходить не буду, потому что с такими хитрыми настройками экрана... Тяжело тебе бы? Ну, не очень удобно. Но я не знаю, можно, стоит ли просто... То попробуй пройди. В данном формате углубляться, что думаешь, еще смешнее? Да мы... Не, ну, часа одну пройдешь, ничего страшного. Я пока... То есть мы же все равно где-то встретимся. Мне попался... А, блин, я забыл... Хоть возвращайся, пометить место высадки. Да мы, не важно, мы встретимся. Важно не по центру встретиться, а вообще друг с другом встретиться. Да, понятно, это... но нам же ж потом нужно знать, где мы были, где мы... Ну, еще раз, с корабля телепортируемся заново и... Ну да, окей. Так, нормуль. Я вон пока собираю эти, по чуть-чуть. Вон, я уже вижу желтенький какой-то сундучок там валяется. Угу. Прикольно, тут панки ходят с глазастыми хвостами. А, да, какие-то были там. Так. Тут вообще у всех глаза на хвосту. Так, что это? Какой-то Giant Flower Chest. Есть Giant Flower Lamp Blueprint. А, потом есть Giant Flower Table Blueprint. Крылья бабочки. А, есть Berry Head. О! А, о! Я буду сеньор помидор. И Diamond Pickaxe. Ягодная башка. Скорее клубничная у тебя башка будет, а не помидорная. Ну, она не клубничная, она фиолетовый какой-то кабачок. Я бы это так назвал. Так, вот я вошел в лабораторию. О, бананчик можно сказать. О, еще сундук, да что ты будешь делать? Так, стул. О, стул и этот. Еще один рецепт этого стола, я думаю, тебе пригодится. Я просто не знаю, что в лаборатории это, ну, оружие. Не думаю, что оно тут особо круче будет нашего. Да нормально, нормально. Так, что тут? Ну, что лаборатория это надолго. Да ладно, не так уж это и надолго. Вот опять глазокидающий парень. Я все-таки собрался и одноручку нашел. Он кинул на тебя глаз, положил. Да. Вот, и с помощью одноручки и щита у меня получается нормально ближний бой. Угу. Так. Ну ладно, попробуем. В правую сторону еще куда не шло. Ну вот, отлично. Так. Пока по поверхности прохожу. Ох, я вижу сундучок интересный. Да? Но он за пределами лаборатории. За пределами понимания человеческого, да? Да. Так, надо кислота светится, так и должно. Туда. Ух, не хочется мне. Просто ради чего? Ради оружия. Да нормально, это что ты прям как это? Блин, дохнуть не хочется, зачем? Да что ты умрешь? Давай бинтов побольше. Опасно. О, а я нашел какое-то здание гличевское. О, и сундук тут белый недалеко. Эй, да что такое? Еле допрыгиваю. Под дождем очень тяжело. Там этот сказочник. А вот это, блин, надо будет вернуться обязательно уже в следующей серии к этой лаборатории, потому что я столько тут уже нашел всего интересного. Steam, Wizard Head. Я нашел то, что зрителям нашим очень понравится, это уже с обновления. Я нашел ворота, которые ведут в секретное место. Ну, а это уже, да, это в другой серии мы это сделаем, уже вдвоем. Просто это экспериментальный такой формат сейчас делаем. Так, пистолетик какой-то. Надо подлечиться. Уже, кстати, обычные аптечки, это слабо. Да. Ну, пора уже на нано. Ого, ну это вообще жир. Я нашел еще одни ворота. Прям возле, все возле лаборатории. Ух, чувствую, интересные будут следующие серии. Так, как и все остальные. Ну, это понятно, да. Так, пистолетик. Так, двуручка. Да что ж они все отстойные какие-то. Одна ручка. Дробаш. Пистолетик. Ну, сильно такое. Медленный. Так. Хотел уже по привычке осмотреться через Ctrl. Такой, нет, стопы. Так, о, еще сундучок пойдет. Так, щит на 130 с
с эмблемой солнышка. Ну, я сложно очень выбраться, короче. Я тут реально подыхаю. Так. Тут какие-то еще. Ох. Чуть подвисает немножко. Ну, есть чуть-чуть. Просто да. Я к тому, что серия затянется. Ну, ничего страшного, сейчас все сделаем. Мне не страшно, что она сильно затянется. Ребят, тут вам страшно, скажите честно. Так, двуручка на 17, глазастый меч. Что такой слабенький? Двуручка на 17. Им не стыдно? Как-то вообще, да. Не камильфо. Если бы одна ручка, я бы еще, ну, как-то чуть-чуть подумал. Блин, траву нарубил, она так медленно ко мне, это. А, да. Ух, еле живой остался, ужас. Так. Опасно, очень опасно. О, опять лягушата какие-то. Ух, чуть не нырнул. Да что ж то, если оно просто еще чуть-чуть подлагивает, подвисает. Да, то что лаги, это да. Ну, тут... И я не могу... Ждем оптимизации. Так, еще один волшебник. Так, а ну-ка... Да что ж такое? Ну, это кошмар. Так, ну хотя бы дождя нету, и то радует. У тебя там лаборатории нету по пути? Не, пока еще нету. А то я чувствую, тебе скучно. Не, у меня вообще отлично. У меня тут всякие сундучки, волшебники. Ну, тоже у тебя сундучки, а у меня тут лаборатории. Морозный двуручный арбалет. Еще один щит на 130. Ну, я не знаю, я возьму. Ну, ты там всякие артефакты находишь. Так. А ну... Глазастый парень. Он кидается медленными глазами. Которые летят в тебя, да? О, зеленые выпадают иногда какие-то слизи. Да, из них можно стимпаки там какие-то. Меня, короче, колбасит, носит. Я нажал два раза в сторону, он меня проколбасил так хорошенько. Ох, опасно. Так, что там у тебя опасно? Вот у меня тут опасность на каждом шагу. Ну вот как раз мы когда будем пересматривать, вот сравним, где там что опасно было. За мной гонятся мои как бы эти, крафт, ну не крафты, а лут. За мной лут гонится. Так. Весело. Я иду, а он... Весело прыгать в неизвестность, когда не видишь, что впереди. Ну вот так вот. Мы не ищем легких путей, мы ищем самые интересные пути. Так, здесь ничего нету. Здесь тоже вроде... А, вот сундучок. Так, желтенький. Ух ты. Ну хотя бы... Unlock the giant flower door. Ядро для телепорта. Молот, блин, какое красивое оружие, но такое медленное. И никакое, да, по урону. Ну, 30 урона, ну, блин, оно медленное. Так, сколько я... 766 лепестков насобирал уже, ну, вот этих желтеньких. Я думаю, мне больше особо не надо принципиально рубить эти цветы. А ну. Да, ну, садурочный только, может, мечом. Для этих, для фибр, для аптечек. Ну да, тут фибры как бы есть. О, два сундука рядом. Так, что это? Это кровать. Банановая голова. У меня есть, так как у меня какая-то синяя тыква на голове, у тебя будет банановая голова. Хорошо, будем фруктовую вечеринку устроим. Так, а в этом сундуке что? О, рецепт самого сундука. Еще одни крылья. И плоды. Так, сундучки я конфискую. Все, вырубил наконец-то эту гадость. Ну ничего, нормально справился. Нормально. Так. Зато я уверен, там что-то такое классное получилось на видео. Ну, да. Кстати, обязательно. Обязательно. Смешно гонятся за мной эти. Да. Обязательно напишите, как вам такой формат.
То есть, если вам сильно прям понравится, будем иногда тоже на мелких планетах так экспериментировать. Фишка прикольная. Так, я опять кучу все собираю. Так, какая-то лаборатория. Так, ага, вон я вижу, кто-то что-то тут ломает. Ну вот, видишь, ты уже обошел, я пока только лабораторию только еще не дообошел. Так, а ты уже прошел всю планету. Здесь какая-то пушка с водой. Одна ручка или что-то? Отдай пушку, слышишь? Я тут погибал на ловушках в лаборатории. Да я не брал. Не, она отстойная. А ты взял и... И не забрал я. Да. Ну у тебя, конечно, башка... А, давай, я тебе же скину сейчас сразу. Давай. Банановый. Так, а ну-ка, банановое. Банан, я не знаю, как этот мой фрукт назвать или овощ. Ну какая-то ягода. Берри — это ягода. Берри. Как он там называется? Berry hat. A giant berry you can wear, not to be confused with a beret. Да, не путай себе. Но мне плащ мой больше нравится, конечно. Ты банановая бабочка. Шевелится крылья. И костяная ягода. Так, тут же ничего больше нет, правильно? И чё? Это вот это оружие, то, которое было там. Подглючивает. Сильнее. Так, а где ты сказал эти телепорты там, че что? Ну, ты думаешь, прямо сейчас? Это не, ну я уже на следующей серии думаю. Ну, они далеко вообще? Ну, я не знаю, мы можем через лабораторию быстрее вкопаться будет. Ты уже покажешь. Потом. Давай вот здесь и закончим. Я понял. Хорошо, хорошо. Ну что, тогда на этом все. Да? Да. Пишите. Смотрите, ждите следующих серий. Если вам понравился такой формат, пишите. Да, обязательно. Будем делать еще. Да, и ждите продолжения приключений банановой бабочки и костяной ягоды. Да, это вообще эпик. Все, ладно, ребят, спасибо за просмотр, пока.